Woyang Camp – это невероятно крутое время для всей молодежи Духовного центра Возрождения. 17 июля стартовал летний международный христианский лагерь Woyang Camp. Около 400 молодых парней и девушек собрались на берегу Киевского моря, чтобы вместе провести это время действительно незабываемо. Ведь это то время, когда Бог формирует свою молодежь. Апостол учил нас, он говорил слово за то, чтобы мы хранили себя, правильно формировались, чтобы мы общались с правильными людьми от Бога, вот, чтобы мы исключили общение с такими людьми, которые плохо на нас влияют, чтобы мы окружили себя Божьими людьми. Вот. И также апостол говорил за то, чтобы мы в это время, когда подростковый возраст, когда много искушений, мы хранили себя. И если мы правильно сформируемся, то Бог нас позже, Он подымет нас, и Он будет сильно нас использовать, так как мы сформированы уже правильно. Вот. И на самом деле спасибо большое апостолу за то, что он делает для нас такие подарки, как кемп, который просто может формировать людей, которые ребята приезжают сюда, и они прям духовно растут. Это уже пятый потрясающий бесплатный лагерь, который организовывает апостол Владимир Мунтян совместно с молодежной командой Woyang для всей молодежи всего мира. Все настолько любят эти кемпы, что каждый раз благодарят Бога и апостола за такое чудесное время. Я бы хотела сказать апостолу спасибо за этот кемп, за то, что он все делает это бесплатно, и здесь очень круто. Апостол лично выделяет финансы на то, чтобы ребята молодежного движения Woyang смогли весело и увлекательно провести свое время. С каждым разом кемпы становятся все ярче и насыщеннее. Мне здесь очень нравится, вообще впечатление замечательное, кормят хорошо, и проповедование апостола очень вообще понравилось, каждое его слово прислушивалось, ну вообще море впечатлений. Первый день лагеря вместе с ребятами провел апостол Владимир Мунтян. Пастор на протяжении всего дня общался с молодежью и узнавал их впечатления. Ключевым моментом дня стал вечер хвалы и поклонения, и, конечно же, учение апостола. Пастор рассказывал о главных принципах жизни и дал важные советы и наставления, как правильно сформировать себя, чтобы в будущем стать победителем. Потому что Бог, Он формирует сначала твой хребет, твой характер. Он формирует тебя изнутри. И когда ты сформирован чистым человеком, сформирован человеком святым, когда ты сформирован человеком праведным, тогда Бог, видя это, Он начнет строить на тебе большое служение. На протяжении всего времени молодежь веселится, находит много новых друзей из разных стран мира, вкусно кушает, ходит на разные мастер-классы, проводит время на пляже и, самое главное, все больше познает великого Бога. Я благодарен апостолу и благодарен Богу за все это, что он делает такие лагеря крутые очень. Все, что это бесплатно, ну, очень круто, честно, спасибо. И обратить внимание на это, что это бесплатное мероприятие, за что хочется выделить особенную благодарность нашему дорогому пастору, апостолу Владимиру Мунтяну. Вот, это невероятное время. Как вы видите, здесь много молодежи, сегодня было водное крещение. Дух Святой очень сильно двигается и дается такое учение фундаментальное, которое... Как написано в притчах, да, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него и в последующей своей жизни. Вот что мы сейчас здесь и наблюдаем. Они меняют тебя изнутри, на самом деле, потому что то слово, которое здесь, оно тебя отрезвляет от мира. Тут есть люди, которые давно в Боге, ты когда с ними общаешься, они делятся своими советами. Абсолютно, мне больше всего нравится, когда к нам приезжают спикеры, и они дают свое слово. Это просто те люди, которые уже прошли тот путь, который мы сейчас только начинаем. И то слово, которое они говорят, оно как внутри формирует нас. Я хочу поблагодарить апостола, потому что все, что здесь происходит, абсолютно все бесплатно. Это вкусная еда, эти развлечения. Апостол, он просто человек с большим сердцем. Специально для телеканала «Возрождение» Инна Марченко, Илья Дант, Лютиш, Украина.